И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш доктор Эггман, он же Альберт Эскер. И мы продолжаем Sonic Generations. Отправляемся. В этот раз у нас получается зона за Наклза будет, потому что в прошлый раз у нас была Эми, до этого Тейлз. Мы пройдем все за эти зоны. Необычненько. Ну ладно. Так. Даже немножко подтормаживает. Так, это... О! Эй! Суперзвезда, привет! О, давай иди сюда, метал. Красота, да. Стоит, ждет, соскучился уже по нам, видимо. Так, привет, Кнаклз. Ладно, давайте разберемся. О. Так. Вот, давайте начнем отсюда. Как говорится, если уж разбирать, то разбирать все. О, кстати, а тут могу пройти? Нет, там не получится. Ладно, пойдем сюда. Посмотрим, что здесь у нас. Sky Sanctuary. Испытание. 200% ускорение. Ваша колба ускорения удвоена. Используйте ускорение с умом, чтобы вовремя добраться до цели. То есть ускорение одно, но оно увеличенное. Ну, слушайте, это интересный вариант. Попробуем. Пользуйтесь с умом. Эскул следующий 2 раза, но на сей раз ее нельзя пополнять. Достигнет финиша за определенное количество времени. Оу. Давай, давай, Так. Необычная штуковина. Давай, подними мне, пожалуйста, повыше. Не совсем понял, как это... Ладно. Кстати, зато магнит работает, это радует. Я не понимаю, как это... Подождите, давайте еще раз сначала. Я не совсем понял, как эта штука работает. А, вот более-менее как-то удалось. Так. Ладно. Хотел там подпрыгнуть, но не получилось что-то. Давай, есть. Так, вот, все. Время. Пусть будет запас. Оу. Вот тут неудача. Ладно, даже если со смертью, ну и черт с ним. Так. Оу. О, вот это плохо. Так. Вот все. А, тут какое-то силовое поле. Я думал, почему они сходят-то? Я
Я тут себя не вижу этого, а здесь какое-то силовое поле. Так, давай, ёж. Так. Не, давайте начнем сначала. Какой тут реально... Мне еще все темновато, конечно. Так. Немножко странное, конечно, здесь управление. Так. Так, это забрал, это за... Так. Давай, есть. Так, отлично. Фрейми не буду брать. Вот тут он реально сбоку уходит. И может я что-то типа... Во! Вот тут, видите, заносит его прямо в сторону. Я ничего не делаю. Его вроде бы не должно заносить, разве нет? И с управлением все нормально, проблем нету. В общем, будут... Так, будто какой-то магнит находится. Ребят, напишите, пожалуйста, в чате. Не в чате, в этом. Может, реально, как будто как... Баг какой-то странный находится. Давай, реально, он как-то страда работает вообще. Давай, 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 ёж. Может, с настройками что-то случилось? Когда он назад смотрит, все нормально. Так, надо будет... Так, может быть, чего-то я не понимаю. Оу. Да уж. Походу, сегодняшний... Мне придется сейчас помучиться. Ну ладно. Давай. Так. Да куда ты? Давай, 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 давай. Реально, он не хочет. О, зараза. Ты что творишь? Я не знаю, может это баг какой-то? Может это баг реально какой-то? Но я реально... Давай, давай. Когда он смотрит назад, проблем нет. Вот, я не... Так, ёж! Я реально не понимаю, что происходит. Я, это не я делаю, если что. Он сам так двигается. То есть вот мои руки, вот все. Просто вращается таким образом. Я не понимаю, зачем это происходит. Работал нормально. Так, давайте тогда, пока мы вот этот под уровень... Может быть, это какой-то баг под уровень, я не уверен. Я даже не буду это вырезать. Пусть будет.
Мне даже хочется проверить. Может быть, это... либо это так, либо это баг у меня здесь, может быть, как вариант. Так, давайте тогда вот с... Давайте тогда вот с этого вот первый Саклза начнем. Я хотел, кстати, у нас сладенькое, ну ладно. Наклз. Забытое сокровище. Нажмите игры, чтобы заставлять Наклз выкапывать медали. Соберите их и вовремя доберитесь до цели. Ладно, давайте с этим начнем. Я помогу тебе добыть сокровища! Так. Работать в паре с Наклзом, чтобы найти медальки. У Наклза своя валюта. Здорово. Вижу. Так, походу все-таки, наверное, в джойстике проблему, я так смотрю, пытаюсь понять. Хотя вот здесь он вроде как адекватно реагирует и... Гребаные устрицы. Давай. Наклз, доставай мне золото. О, здесь уже побольше. Немножко подвисает, но в целом работает. Так, давай. Нет, в целом все работает. Тут проблем нет. Он не крутится, он не вертится, он не сходит с ума. Так, давай-ка. О, время. Так. Так. Теперь сюда. Ага, вижу. Давай, добывай. Давай, Рой, доставай мне мое золото ацтекское. Ну, Наклз чисто для работы, не более. Так, где-то вот здесь. Так. Но тут по одной монетке. Так, давай. Я соберу их все. Так. Все, ближайших больше нету. Теперь только вот тут разве что бегать и выискивать. Давай, добывай. О, посмотрите, там еще показывается количество монеток. Сколько надо. Вот опять начался этот баг странный. Ладно, вот сюда лучше давайте. Это заберем. Движемся дальше. Я уверен, мы найдем еще. Так. Вылетели. Так. Ну-ка давай-ка, Ёж. Давай, доставай, Наклз. Вот здесь давай, вот тут. Вот. Три штучки прямо. Неплохо, одной не хватает. Последняя. Все, мы добыли все монетки, это хорошо. Нет, походу все-таки дело с джойстиком. Давай, добывай тоже на космику. Чем больше золота добудем, тем лучше.
И готово. Нет, не будем пробовать. Я не знаю, почему, может быть, дело с джойстиком. Да вроде, в принципе, тоже работает нормально, адекватно, беспроблемно. Назад. Так. Я не знаю, куда он улетит. Давай. Ну, в принципе, туда вернется сейчас тогда. Так, мелодия сбежала все-таки от меня, да? Вот забрали. А, таймер, за сколько я могу ее забрать по времени. Ясно, супер. Так, тут у нас... Урожай шарков. Используйте шарки, чтобы взбираться выше во время и выберитесь за цель. Давайте попробуем. Ну, тут реально хорошее испытание. Готов! Он реально отходит в сторону. Немного. Он реально отходит. Так. Так, ребят, я тут перезапустил ее. Посмотрим, как она сейчас будет работать. Давайте продолжим с шариками. Надеюсь, что он сейчас не будет отклоняться. Прям какой-то... Давай, ёж! Во! Во, надо было перезапустить игру. Вот и вся проблема. Видимо, что-то клюкнуло, видимо, в настройках. Так, отлично. Оу, есть. Оу, нет. Так, черт, сюда. Так, неплохо. Так, неплохо. Так. Так. О, колечко. Так, давай, есть, есть, есть. Давай, о-о-о, давай. Как же мне туда попасть-то? Давай. Мне нужно до тут допрыгнуть. Интересный под уровень, кстати. Два-два-два, есть. Почти, почти. Ёж, вот серьезно. Так. Ой, да. Да ладно, давай же. Так, теперь сюда. Походу уровень выйдет не совсем. Да дайте мне уже приземлиться! Наконец-то! Я победил, но с муками. Нет, спасибо, меня устраивает бэшка. В данном случае нет смысла сходить с ума. Нам главное хотя бы пройти бы все это дело. О, куда меня манит-то игра? Так. Наклза мы брали. Это за мелкого. Да, сейчас доплеров возьмем.
Реально, зоны интересные, очень красивые. Хочется их пройти на... Что скажешь? Здесь какие-то проблемы с временным потоком. Все движется ускоренно. Да ну. Оу, я теперь понял, что за временной поток. Это нормальный временной поток? Но бласты какие-то медленные. Были до этого. А сейчас нормальные. Так. Застрелили ежа. Вот это скорость. Так, теперь сюда. Слушайте, вот над чем нужно было работать доктору Эггману в Sonic X. Создать то, что способно во времени и пространстве сбивать ежа. Это же было бы гениально. Ну, хотя это сложновато, честно. Давай. Я вообще... Теперь я не понимаю, что мне здесь делать надо. Давай, давай. Давай, 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 есть. Живем. Пока живем. Так. О, есть. Давай, есть. Ауч. Это больно было. Зараза какая живучая. Давай, вперед, ёжик. Вылетел. Так. Так. Зараза какая живущая. Так, отлично. Зараза, сразу помахнулся. Застрелили. Слушайте, я, по-моему, замучу здесь, по-моему. Но мне это нравится. Надо быть быстрее времени. Так. 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 Ой, зараза, такие живучие. Вперёд. Вроде пока живем. Теперь наверх, пожалуйста. Так, где я? А, вот я. Есть, забрал. Так, ясно. Ну, лучше так, чем никак. Так, отлично. Точка сохранения. Так, дайте залезу. Дай залезу.
так булькать нормально весело. Так, ладно. Давай, Ёж. Реально, зоны за Наклза реально сложные. У-ху. Ауч. Так, я так полагаю, здесь надо платформу. Я, походу, что-то не так сделал, ладно. Так. Давай, Ёж. Так. Есть, избавились быстро и моментально. Меня устраивает, меня устраивает, Ашечка меня устраивает. Реально, я немножко, честно, вот, я понимал уровень, может быть, конечно, это меня вывело из, может быть, это так на меня повли... Так, пока не хочется включать. Вот, забрал. Может быть, меня из состояния понимания вывело то, что джойстик поначалу глючил-то. Ну, точнее, программа джойстика. Как вариант. Скорее всего, так оно и есть. Потому что реально, когда ты вот шокирован одним, ты не можешь сконцентрироваться на другим. Ладно, давайте вернемся к тому состоянию, с которого мы начинали. Реально необычно. Так. Ну сейчас вроде бы как адекватно все работает, так что проблем быть не должно. Ауч. Так. Я тут впервые рад, что батники сейчас такие слабенькие. Давай. Есть. Давай, есть. Походу был еще какой-то проход. Так, теперь сюда. Вот, сейчас все адекватно работает. Вот оно. Вот она, адекватность. То есть, помните, как было в начале? Вот на этом подуровне у нас прям была лютая беда. Ауч. Так, ну она у нас не восстанавливается, шкала, а у нас с вами еще и колец нет, впрочем. Отлично, нам кольца дали. Меня устраивает Ашка, меня вполне устраивает. Я на Ашку справился, все, не сходим с ума. Я реально немножко растерян был, вот, все эти волокиты лишние. Забрал, хорошо. Так, музыку из Blast Forest получили. Прекрасно. Нам же еще за мелкого играть его классическую версию. Так, вперед. Гонка с Доппенгангером. Готов? Без понятия. Так. Давай. Давай, есть. Я стараюсь, конечно, выполнить трюки. Походу, джойстик стал слишком чувствительным, как вариант. Это мало, конечно, вероятно.
Так. Давай, 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 давай. Есть, есть. Так, здесь пробегусь. Давай, 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 давай. Есть. Нет, походу он какой-то чувствительный стал. Ауч! Это плохо. Давай, есть. Так. Так. Так, отлично, забрали. Наверх не лезем, пока нет смысла. Давай, ёж. Слушай, мне вот очень нравятся вот эти местные трехмерные локации. Они реально красивые. Ауч. Так, ясно. Так, ну вот сюда попасть не получилось, ладно. Так. Так, неплохо. О-о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 -
Пока живы, хорошо. Пока живы, это хорошо. Я не вижу, чтобы мелкий нас пока опережал. Походу, у него такие же проблемы. Может, у мелкого тоже такие же проблемы с управлением? Кто знает? Оу. Вот здесь неудачно вышло, ну ладно. Я хотел перепрыгнуть на ту сторону. Здесь реально очень красивая зона. Вперед! Давай еще раз. Реально красивая зона. Мне она очень нравится. Мне нужно на нем моментальное установление. А то он реально не может нормально остановиться. Вот здесь прыгаем. Так. Вот реально им времени вот не хватает. Чисто времени. Вот чисто... Так. Вот чисто дайте работникам доктора время, и они станут прямо супер бойцами. Им скорость вот эта... О! Наша полку прибыла. Давай, давай. Нет, не туда! Да куда ты постоянно? Нас все собаки... О! И по делам тебе, ёж. Давай. Он уже он добрался до финишной прямой. Я навряд ли здесь его вгоню, но если получится, это просто будет чудо. Давай, ёж! Ну я говорю, проиграли. Да, давайте еще раз. Нельзя проигрывать, нельзя проигрывать. Давайте. Реально, какой-то... Давай. Так, соберись, доктор.
Вескер. Так. Рядом. Так, давай, 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 есть. Так, он тоже идет вот по этой вершине. Так, давай, 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 есть. Вот здесь пройдем. Так. Отлично, прямо в окно. Прямо в окно. Технически это неплохо для нас. Давай хотя бы одно колечко заберем. Так, вперед. Давай, давай, ежик. Так. Давай, вперед, вперед. Вот. Так, плохо. Так. О-о-о-о. Вот здесь я упал. Не очень удачно. Ну ладно. Так. Так, давай, давай, есть. Отлично, прорвались. Так, теперь там сюда. Про этих уголовок можно было бы, конечно, забыть, но они, конечно, с другой стороны дают хороший буст. Но нам не до буста дело. Нам сейчас надо обогнать самого себя. Причем на хорошей такой высоте. Вот. Так, есть. Давай, давай, давай. Так. Плохо. Так. Вперед. Мне кажется, здесь есть альтернативный путь. Ой-ой-ой-ой, ж ты куда? Мне показалось, там альтернативный путь был. Может быть, я ошибаюсь. Потому что здесь как бы ярко и понятно, куда тебе надо, а может быть и нет. Ой-о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 й
А, вот тут реально был альтернативный проход. Давай, 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 давай. Фу, вот это раз хорошо. Ну и пусть да. Реально, конечно, сегодня что-то не очень заходит. Ну, но то, кстати, изучили всю зону. И окрасили половину. Тоже хорошо. Так, осталось теперь со вторым разобраться. Так, отлично. Так, это забрали, прекрасно. Теперь посмотрим от второго лица. Начнем с Доппельгангера, давайте. Гонка с Доппельгангером. Реально, прям шут... Какой-то МРСТ. Так, ну это классический платформер, в котором мы были.
Я забыл, тут кнопку нужно нажать. Так, все. Так. Так. Так, наверх. Отлично. Да зараза ты! Заделанный. Вот. Ну, здесь я, скорее всего, дэшку получу. Тут даже не долетаю. Бывает такое, конечно. Да. Но прям, они прям предугадывают, когда я нападу. Хорошо, что после него хотя бы ничего не падает в большей степени. Так. Ой. Так, теперь нам догонять надо его. Он нас обогнал. Так. Вот, мы догоняем себя. Так. 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 Так, давай. Я не знаю, я его догоняю или пока нет. Вот мне это очень важно, надо понимать. Так. Так. Походу, все-таки нет. Может, конечно, у меня сейчас реакция приторможит. Записываю я это все дело ночью. Но это нет, это уже... Ауч. Так, нет. А, я его обогнал. Я его обогнал даже. Я его погнал. Я не знаю, как его погнал даже. Я слежу сейчас за полем. Я сейчас не слежу особо-то за шкалой успеваемости, так сказать. Так, давай. Аккуратно. Бегом, 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 бегом. А вот, не люблю вот этот момент в этой зоне. Я помню эту карту. Мы проходили за основную кампанию за нами. То есть она как бы повторяется слегка. Причем слегка она повторяется, реально. Вот она, опять лагучая зона. Обогнали все-таки. Но опять на дэшку. Плохо, конечно, не спорю, но... Главное собрать все. Так, теперь сюда. Sky Sanctuary. Так.
Так. Так, оуч, больно. Так, это уже что-то наподобие Лара Крофт. Это уже интересно, конечно, но все-таки подобие Лара Крофт. Так, ну да, это уже как Лара Крофт какая-то пошла. Нет, это уже Лара Крофт. Соник Лара Крофт. Да нет, я не спорю, конечно. Я, конечно, не спорю, забирать-то лучше надо из лучших игр. Просто забавно смотрится, когда элементы Лара Крофт добавили в Соника. Так. Но здесь, кстати, уже другая карта. Совершенно другая. Так. Так. Вот и добрались. Ну, здесь на золото, кстати, прошли. Неплохо. Ну, да, это несколько, конечно, я не спорю, но... Зато прошли, это хорошо. Так. Вот забрали, хорошо. Вы получили картинку. А часть я делал тут реально ради бонусов. Почему бы нет? Да и изучить все надо в конечном итоге. Вперед. Sky Factory. Воздушный рай. Используй телепорты, чтобы добраться. Ой, и темнота, кстати. Хороший визуал. Визуально хорошо смотрится. Дайте я зафоткаю. Прям красивый вариант. Вот так вот. Да, время немножко потратили, но с другой стороны, почему бы нет. Это телепорты? Получается, называется. Я думал, это что-то вроде лифтов, скорее, чем телепорты. Кстати, Эгстарс здесь отлично смотрится. Я даже до него не попал. Некоторые телепорты могут быть, наоборот, вредны для нас. А могут быть, наоборот, полезны. Так. Интересно, как быстро все же я доберусь? Так. Так, давай сюда, теперь сюда. Так. Вот добрались. Но опять же на 2.45, слушай, всегда 2.45 выходит. Интересно. Так, вы получили, отлично. Следующий пойдемте. Кольца. Испытание колец Эра. С помощью кольцевой Эра соберите необходимое количество колец и доберитесь до цели. Кольцевой ауры, наверное, имеется в виду. Но на игрок нажимать. Ладно, чего мне.
Нажми Y для активации кольцевой эры. Преврати врагов в кольца. Вот кольцевой ауры. А, они превращаются вот так. И она бесконечна, как полагаю, да? Потому что тут я не вижу, чтобы она как-то перезаряжалась. Так. Так, сюда. Теперь сюда. Так. Так, теперь вы мои. Слушай, я уже собрал необходимое количество колец. Может, конечно, собрать на соточку? Почему бы нет? Вообще интересные технологии, я так скажу. Так. А тут уже заблокировано. О, кстати, там внизу еще колечки. Тут, кстати, тоже красиво смотрится. Красота. Ну, так получается, арт-заставок делаем, по сути. Так, я кольца растерял. Я кольца растерял. Проиграли, по сути, да? Может, надо лучше еще сейчас пособирать, кто знает. Иди дадут. Ну, понятно, что я проиграл. Да, еще раз. Никак. А, оно ограниченное, я не сразу понял. Оно ограниченное по времени, а я его транжирил постоянно. То есть надо хотя бы приберечь парочку под конец и не тратиться особо. Надо приберечь слегка немножко. Так. То есть главное не торопиться. Забавно, в Сонике говорите, главное не торопиться, да ведь? Так. Главное не торопиться, и все будет нормально. Так, вот опять не торопился. Так, а вот этот откуда-то взялся? Реально. Так, давайте все-таки избавимся от всех вот этих вот зараз и пособираем сейчас. Как раз самое время. Вот, бонусом собираем все колечки. Ну, обидно, что с каждого по три штуки только выпадает. Зараза какая. И лишил меня столько колец. Может, там что-то будет? Есть тут запасные кольца. Возьмем. Так. Отлично, прошли. Так, вот это собираем.
То есть главное в финале-то все держать. Так. Вот тут еще последнее, давай. Вот, справились. Главное под конец все держать, тогда получится. Да, плюс бэшка, но меня устраивает результат выигрыша. Главное самому победить. Ты можешь приобрести новый навык в магазине. Беги, забери дружок. Хорошо, бегу. Только сначала заберу вкусняшку. И у нас Эми осталось. Интересно, как будет Эми здесь смотреться. Давайте посмотрим. Эми Шиворот. Эми Шиворотовый ворот, извиняюсь. Сразитесь с Эми, используя платформу Юлу. И придите к цели раньше нее. Я выбрал твои внутренности. Так. Так. Давайте-ка еще раз. Начать сначала. Да. Но она хотя бы не ломается. На том спасибо. Так. Или она может меня ломать? Так. Слушай, это интересный уровень. Да иду, Эми. Так, отлично. Тут же ловушки пошли. Так, давай. Есть. Немножко поранились, но это не страшненько. Правда, я не понимаю, кому она говорит увидимся. Если он и так победил. Меня устраивает золото. Спасибо. Сегодня какой-то прям реально немножко странный вышел эпизод. Реально странный. Но очень интересный. По крайней мере, Долина Ангелов мне реально зашла. Я пока не захожу. Не надо меня затягивать, пожалуйста. Я еще пока рано. Врата босса теперь открыты. Пройдите через них и сразитесь с боссом. Спасибо, но нет. Тут, конечно, дается за это изумруд хаос, но пока нет. Давайте сейчас посмотрим, что нам, во-первых, выпало. Во-первых, кстати, нам что-то было дозволено купить. Давай, купай уже. Добро пожаловать, это магазин навыков. За очки ты можешь покупать здесь новые навыки. Магазин навыков, точнее. У меня на нее не хватит. Но штука реально полезная. Но я, наверное, лучше жизни куплю. Потому что, смотрите, у нас жизни прямо, ну, очень мало. Я лучше куплю запасные жизни. В данном случае сейчас это самая полезная вещь.
Хотя многие, наверное, со мной не согласятся. Но это реально полезная вещь. Пусть будет запас. Так, а что здесь у нас с вами? Ролики пока не трогали, потому что по сюжету мы пока далеко не ушли. Иллюстрации. У нас с вами парочка иллюстраций открылась. Вот. Концепт арт Stardust Speedway. Слушайте, красивый. Мне нравится. Концепт арт Dev Egg. Вот это мне очень нравится. Красиво. Прям как. Ну, это понятно, Dev Egg. Dev Egg. Тоже. А, это Egg Dragon уже. В общем, картинок немного. А по музыке что у нас? Emerald Coast. Неплохо. Metal Harbor. Это второй адвенчер. Так, Special Stage. Heroes'ы. Ну, на слух сразу понимаешь. Но Toxic Cave. Моя самая любимая все равно. Так. Вот, Neo Green Zool еще открылся. Advance. Так, Lead Force. Это у нас Advance тоже второй. Ну слушайте, реально хорошие такие карты. Так, о! А я тебя не... Я не думал, что тебя сюда добавили. Давайте почитаем хоть. Metal Sonic. Metal Sonic. Злобный робот-двойник синего ежа, созданный доктором Эггманом-работником с целью ликвидации быстрого героя. Metal Sonic обладает всеми способностями настоящего ежика, за счет чего становится самой настоящей угрозой для синего ежа. Ну, кстати, реально, это одна из лучших творений доктора по сыночек. Правда, с недавних пор еще Сэдж появилась, и конкуренцию Металла составили, как бы за отцовское наследство. Ну, это детали, это детали. Так или иначе, ребят, надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя трансляция. Привычку уже было говорить это. Сегодняшний геймплей. Да, вышел сегодня сумбурным. Необычным, муторным местами, глючным немножко по традиции канала, но с другой стороны, почему бы нет? Может быть и плюсы, и недостатки, это хорошо. Так или иначе, ставим лайки, пишем комментарии, какой вам уровень больше всего по красоте понравился. Мне, честно говоря, очень нравятся локации именно Долины Ангелов. Очень красиво реально смотрится, там где Наклз обитает, это реально красивое место. Хотя, может, кому-то понравился завод работника или Грин Хилл. Пишем. Ну, а в следующий раз мы отправляемся на бой с боссом. И, надеюсь, без глюков. Что ж, всем удачи, доброй субботы и увидимся!